проверкой специалисты постучались в окошко оренбургских избушек-кормушек. Как оказалось, не зря. Проверяющие нашли целый ряд нарушений от неправильного хранения продуктов до личной гигиены продавцов. Практически во всех. Значит, температурный режим не соблюдался. Значит, холодильные шкафы температуру показывали нам там от 8 до 12 градусов, хотя по санитарным нормам выше 6 градусов температур быть не может. То есть продукт сохранилась ненадлежащим образом. Хозяйке русского фастфуда выписан ряд предписаний. Однако избушки-кормушки как кормили жаждущих, так и кормят, уверяя в чистоте и порядке на точках. Храним в холодильниках при температуре 4 градуса. То есть это не опасно, не что, да? Ну, во всяком случае, не было случаев. Всего было проверено 17 таких пунктов быстрого питания, ни один не оказался образцово-показательным. Кроме того, к кулинарному цеху также было немало претензий. Однако кого-то такие результаты проверки мало смущают. Блинчики купил. А почему именно избушка-кормушка? Ну, не потому, что я еду по дороге и все, домой еду. Ну, что она здесь стоят, по-моему, сюда покупают, народу очень много стоит. У меня же не вид нормально продает. В магазинах намного опаснее покупать, пока не отравилась. Пока каждый вот так надеется на авось, к подобным пунктам питания народная тропа точно не зарастет.